На продаже выставлен арабский жеребчик рыжей масти по кличке Галас. Родился 18 марта 2021 года. Отец жеребчика – рыжий жеребец арабской чистокровной породы по кличке СС Гриша, линии Мансура. Родился в Стиглерстат, Италия. Он внук всемирно известного WH Justice, неоднократного призера и победителя шоу-турниров в Италии, Англии, Франции и Бельгии. Лошади линии Мансура в основном среднего роста, средней массивности, несколько облегченного сложения, но достаточно костистые, обладают хорошими движениями и высокой работоспособностью. Мать Галласа, резервная чемпионка среди кобылок открытого S-шоу в Санкт-Петербурге, кобыла по кличке Гивея, от Вивата и кобылы по кличке Глыба. Глыба от жеребца по кличке Багдад. Он из 4 стартов занял 2 вторых и 1 третье место. Больше не испытывался на ипподромах России, так как был экспортирован в Европу. Отец Гивей – жеребец по кличке Виват, линии Корея, один из лучших производителей нашей конифермы. Он неоднократный призер шоу-турниров, завоевал приз World Arabian Horse Organization Trophy 2015 года, который присваивается в каждой из 60 стран членов Всемирной организации арабского коневодства. Отец Вивата, жеребец по кличке Нормат, испытывался на Пятигорском ипподроме. Из 3 стартов – 2 вторых и 1 третье место. Какие документы оформляются при покупке? С покупателем заключается договор купли-продажи и договор на перевозку до места назначения. Покупатель получает ветеринарную справку, в которой указаны все прививки и вакцинации. Все наши лошади проходят тест ДНК, все чипированы. На каждую выдается паспорт вне коневодства установленного образца. Мы можем оказать помощь в организации перевозки лошадей во все регионы России, а также в Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. По вопросам покупки жеребчика обращайтесь по указанному телефону, WhatsApp или Telegram.